Традиционно в этот день глава Кубани наградил многодетные семьи, которые приехали со всего края, медалями «Родительская доблесть». Собравшихся в зале также поздравил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Губернатор отметил, что многодетные семьи – это опора нашего края и безусловный приоритет для власти. Праздник относительно новый. А вот самых первых, наверное, дней вашей жизни, я уже не говорю про совместную жизнь, у вас всегда была любовь, семья и верность принципом жизни. Есть ли праздник, либо его нет. Семья – начало начал. В семье начинается рост большого гражданина. В семье начинается патриотизм. В семье начинается любовь к родине. В семье начинается желание что-то в жизни добиться, сделать. И для себя, и для своей семьи, и для других, что очень важно. Все начинается с семьи. Семья – начало начал. Я хочу вас поздравить с этим праздником. Семьи у вас крепкие, друзья. Пусть они будут здоровыми. Благополучие, финансовых возможностей. Храни вас всех, Господь. Праздником! В этом году из рук губернатора и митрополита медали «Родительская доблесть» получили 14 семей. Самое большое из них растят с 7 детей.